На сегодняшний день современных проблем в здравоохранении немало, но самый важный является альянс медиков и экономистов. Ведь порой очень сложно экономически оценить, чем занимается здравоохранение, так как это достаточно затратная отрасль. И второе – мотивация здорового образа жизни. Такие проблемы были затронуты на пленарном заседании в рамках первой международной конференции «Социально-экономическая эффективность управления общественным здоровьем. Современные проблемы и тенденции». Важно отметить, что конференцию проводят кафедры менеджмента в социальной сфере Института управления экономики и финансов КФУ совместно с кафедрой философии и методологии экономики МГУ имени Ломоносова и университетской клиникой КФУ. Сфера коммуникации между населением и государственным здравоохранением – это одна из наиболее важных составляющих сегодняшнего момента. Люди все больше выбирают частные медицинские центры, где ведется, к сожалению, не всегда системная работа со здоровьем человека. И наша задача сегодня – наряду с другими начинаниями в отрасли здравоохранения, это создать дружелюбность, комфортную среду, чтобы человек не испытывал стресса, обращаясь за медицинской помощью. Конференция еще раз подчеркивает значимость и необходимость данных вопросов, которые актуальны и для государства, и для подготовки будущих кадров в системе здравоохранения. В пленарном заседании активно приняли участие студенты, аспиранты, магистранты, а спикерами выступили ведущие специалисты России. Вопросы, связанные с оценкой качества оказания услуг медицинскими организациями, подняла заведующая кафедрой экономической теории и социальной работы Казанского государственного медицинского университета профессор Маргарита Максимова. Человек привыкает к хорошему. Получив хорошие услуги, он хочет, чтобы эти услуги и дальше сохранялись качественными. Он развивается сам и тоже хочет, чтобы качество его жизни повышалось. При этом всегда должны пациенты помнить о том, что от здравоохранения всего зависит 10% здоровья человека. И на 50% зависит от самого человека. Елизавета Евтефеева, Леонард Влетьяров, Универньюз.